Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить. Посмотрим, что дальше. Также смотрите новую игрушку про Ахиллеса. Я залил. Очень неплохо смотрится. В командном бункере противоатомной защиты в глубине 30 метров. Внутрь ведет только лифт. Охрана более чем серьезная. По-моему, мы уже соответствующий допуск. И тут агент Беликов вступает в игру. Беликов остается нашим кротом КГБ уже почти 10 лет. Он впустит сюжет их. Он выручил нас в Ямантау, выручит и сейчас. Это безумие даже по его стандартам. Он точно с нами? В данный момент прямая ядерная угроза оправдывает любой риск. Уверен, он согласится. Веди Беликова в курс дела. Красавец, телефончик, да? Так, теперь пора спуститься в подвал встречать Адлера. Козленок! Группе Адлера нужна форма, чтобы миновать охрану. Думаю, мне стоит заманить пару солдат в тоннели. Я что-то не помню, какие кнопки тут нажимать. Драться как? Я что-то вообще все забыл. Это Беликов. Дежурный наряд в котельную. Срочно! Ну что ты, сука, никак не включишь? Думал, говнину, ты не придешь. Разве у меня есть выбор? Ключ открывает лифт, ведущий в бункер. Как насчет формы? Кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку. На вас все остальное. На предателя посмотрели. Лечься. Аккуратно. Форма в крови нам не поможет. Присядь им. Чего он не присаживается, кстати? Борис-то это. Эй, сюда! Здесь дверь не закрыта! Такое разгильдяйство совершенно недопустимо. Меры безопасности ты, блядь, сколько их должны тут, соблюдаться. Вам ясно? Ну и как я их убью, всех троих, что ли, блядь? Это наш, блядь. Мне придется уйти, но у вас уже есть все, что нужно. Если остановят, скажите, что вы из группы. Блядь, так и не дали мне убить никого. Надевай. Фонарику, блядь, оглушил, блядь. Блять, людям ломом по башке бьют, блять, несколько раз, и они еще сопротивляются. А тут фонариком, блять, в рыло ткнул. Блять, эти американцы такие, блять, тупые, блять. Давай. Бездарные мерзавцы. Они вот эту хуйню уже 20 лет качают. Вот это нас накачивает какой-то дресней, блять. Все население, блять, и свое, и наше. Ну уже это вообще никто в эту херню не верит. Зачем это? Приляпывать эту санину всю. Еще одну золотую звезду. А, мы же переоделись, я прям. Здорово, мужики. Мерзавцы мы. Ну, народ, блядь, появился. Где тут, черт знает. Они все шарохались. Товарищ, тебя, блядь, можете впустить. Шарапов, ёп. Заговорил американец, блядь, без акцента. Да. Тут металлодетекторы. Идем в обход. Это же не тот, который нас освободил. Переоделись они, да? Открывай! Наверное, вот так он должен был сказать. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без серьезный исключения. Серьезный парень, блядь, Иван его зовут. Как гадалки не ходить. Вы должны пройти досмотр. Мы американцы из Воронежа. Из Воронежа мы, да. Иду. Товарищ, поставьте сумку сюда для досмотра. В этом нет необходимости. Дайте нам пройти.
Не принимайте это на свой счет, товарищ. Ну клади мне давай. Приказано досматривать всех без исключения. Ничего себе, баул такой тащит, блядь, никто его не проверит. Они на что надеялись-то, блядь? Ты кто это сюжет придумал, блядь? Я здесь разберусь. Спасибо, товарищ. Ты уже здесь, что ли, подонок? Или это другой, блядь? Там я в темноте ты не видел. Опаздываешь, рожь. Беликов. Точно он, блядь. Я здесь, не правда ли? Рожа мерзкая, блядь. Молодцы, правильно нарисовали. Идем. Только долго это геморрой-то, блядь, будет здесь это. Ходьба, блядь. Это смотрите, здесь что, блядь, отражение, что ли, я не пойму, да. Прикреплено. По-моему, никаких я лучей и отражений не видел. Ну, приятная графика, приятная, особенно здесь вот. Да? Едем вниз. Нихуя тут никаких отражений. Он не отражается этот дебил. Ты почему не отражаешься? Тупица, блядь. По какому делу вы пришли сюда? Или отражается? Я же не могу бесконечно повторять одно и то же. Советский гражданин. И это слово гражданин будут, блядь, сейчас как в метро, блядь. Этого Алибабу, блядь, вечно, блядь. Артём! Артём! Ой, Артём! Артём! О, Артём! Скажи, Артём! Такая тупость. Опа. Вот этого вы, блядь, не ожидали, блядь. Новые лица. Рожи вы, блядь, американские. Сейчас когда он наваляет вам, блядь, бородой нахуй забьет, блядь. Отмерки нажимаю. Конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Беликов, блядь, Педиков, блядь. Где он там? Петров, Уткин, блядь. Вы что? Оглушить надо было. Меня держите? Кто вы такие? Ну давай ты тогда глуши. Разговаривать в лифте всегда неловко. Смотрите, блядь, чеченцы нахуй наваляют сейчас вам, дуракам, блядь, да? Держи. Они же трещут их, нет. Америкосы, блядь, помоечники. Внизу нам будут не рады. Жди команды. Да вам нигде не рады, блядь, ёпт, нигде. И прежде чем Кравченко успел... Тихо, нихуя себе не сдох, блядь. Дайте мне гранату ему кинуть в башку, блядь. Я гранат кинул, тупица. Блядь, израсходовал просто так, блядь. Пошла граната? Пошла она нахуй. Блядь, вообще, блядь, кидает. Пистолет-пулемет, можно сказать, блядь. Ты завалил, что ли, там? Молодец. Я выдвигаюсь! Я хочу гранатой, блядь, в лапешник кого-нибудь хуйной делать. Сука, мне так понравилось, блядь. Это такое чудо, блядь. Столько лет я, блядь, как говорится, за рулем, блядь, в этих играх, блядь. Но... блядь, башку, блядь, как в зеленом фургоне, блядь. Пробить это, блядь. Вон, червяки, блядь. Блядь, не попал, похоже, блядь. Блядь, смотри, нахуй, им по херам. Блядь. Да нахуй мне это оружие, вот, блядь. Что-то они, блядь, хуярятся одного раза, вы видели, блядь? Класс, да? И прежде чем Кравченко успел... Ну чё, кидай гранату, блядь, дурак, ёбаный, блядь. Ладно, давайте по-серьезному пойдем, а то сейчас я уж что-то, блядь. Кто это, блядь, дрочит, блядь? По-серьезному пошел, блядь. Чуть не сдохну. Граната пошла, открытие! Ну и где они, блядь, эти червяки эти, блядь? Туземцы, блядь. Вот здесь, что ли, блядь, сидел, блядь, какой-то черт, блядь. Еще не успел прибежать, блядь. На тебе, потише, блядь. Я выдвигаюсь! Проверяю!
Ты, блядь, ёпти, блядь, люблю я тебя мочить там. Давай, кто там еще? Побежит еще кто-нибудь? Что, сорвались? Блять, какой-то черт стоит мне шепот. Где это петушок-то, блять? Куда убежал этот, блять? Динозавр, нахуй. Кто седалище-то мне будет тут? Попец-то мой прикрывать, блять. Хуй разберешься, блять. Одни обезьяны, блять. Че, гранат-то нет у меня, что ли? Ёпты, мне такую же хуйню кинули, блять, как я кидал, блять. Жесть пошла, блядь, да? Заранее подумать об отходе. Поставь газ в вентиляцию. Открывай ворота! Я тебе думал, люк какой-то там. Есть. Идем в хранилище. Да, тут глаз и глаз там таких игр, блядь. Не онлайн, конечно, но жгут они, блядь. А мы не горюй, блядь. На среднем, по-моему, играют. Погнали. Смотри, смотри, блядь. Какой-то серьезный там петушок, блядь. Блядь, у меня ни одной гранаты. Куда нахуй все гранаты, блядь? Ты по две гранаты, что ли, на пояс вешаешь, он, блядь? Чё, психической, может, ебанём? Э, ребятки? Всех нахуй! А в жопу, блин. Чё тут из оружия? Давай, серьёзного, нет? Открывай, блядь, хранилище. Пи-па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 
нахуй какой. Ты одни трупы, что-то ты кого-то там ищешь. Я постараюсь. Блять, красивые, блин, да? Быстрее! Двери надолго не хватит! Отлично, Белл. Тот самый список. Сливай его на дискету и валим отсюда. Времени мало. Они режут дверь. Ну нормально, чё, пусти меня. Сейчас на место поставим. Думаю, застрелят здесь, да? Они вот-вот будут здесь. Готовься. Они идут. Блять, заставка, сука! Гранату хотел кинуть, блять, заставку мне тут драчнули, блять. Надо перезарядить. Это называется расстрел, ребят. Блять, в башку, блять, все хочу попасть кому-нибудь. Да не дал я вам, да, блять, пройти сюда, зайти, блять. Ух ты, блять, надо теряться, блять, у меня гранат кончился. Блять, только не бери пистолет никакой, блять. Блять, мины ловушки, блять, какие-то нахватал, блять.
Не пойду я никуда нахуй, пока не возьму, блядь. Блядь, какую-то херню взял, блядь. Ну ладно, плевать. Нет, гранат-то больше нету. Иду я, не иду. Перекрываем блядь. Все выходы. Сопротивление бесполезно, давай. Сюда. Да завали ты уже. Блядь, надоелся. Сложите оружие. Мы сохраним вам жизнь. Ага. Да куда ты... Блять, анимации, блять, сука. Как они эти игры делают? Я не понимаю, в 15-м году, блять, лучше была анимация, чем они тут. Какой это, 19-й год, 20-й? Какой, блять, игра-то, какого года, да? Все кляпают одну и ту же хуйню. Тоже, блять, игроделы такие, блять. Да хуй пипл хавает, блять, такую тресню я, блять. Больше бы тысячи не дал, блять. Я себе, блять, в засаду попал, видели, блять, ребятки? Сядь в укрытие, бля. Укрытие точно надо найти, бля. У меня еще одна мина осталась. Сейчас сам на нее встану, нет? Смотрите, какая-то другая дудка, бля. Может, вот это... Или та же, бля. Хуя себе, бля, какой-то черт непробиваемый. Я не, даже не думал, что, бля, на него надо... Ну че, бля? Берега попутались, бля. Куда ты нахуй выпрыгнул на меня, черт, блядь? Из табакерки. Кажется, это выход. Мне вообще нравятся вот такие вот бои, блядь, именно. А вот на дальняк это только вот снайперка или еще что-нибудь. Не очень интересно, когда. Пускай газ. Ну, на мордике, блядь. Сейчас из жопы даст. Как пойдем на день противогаз на Беликова? Я прикрою. Возимся с этим Беликовым чурбаном, блядь. Да, блядь, сломать ему шею, да и все, к чёрту мать, предатели, блядь. Что происходит? Предатели плевать на какой стороне, а не предатели. И перекрываю все выходы. Прорываемся с боем. Нужно что-то потяжелее. Без проблем, друзья. Чё, давайте мне базуку, блядь. Сейчас я нахуй. Базуку попру, блядь. Ближний бой вообще мне заходит, блядь. Жопой хуй, блядь, смотрите. Ёб твою мать. Что ж ты, блядь, за бараны-то вот такие, нахуй. Нормально мне так причесали сразу, да? Я покраснел, блядь. Проверяю. Что-то они там возятся, блядь. Последней говнины у меня было, блядь. Ёх ты, смотрите, блядь, кто-то сюда прибежал, что ли, блядь? Блин, какую-то опять я взял. Прикройте мою задницу! Задницу тебе прикрыть? А что она у тебя голая-то, открытая-то, блядь? Надо было ее, сука, закрыть чем-нибудь, штаны одеть. Хуль ты с голой жопой-то здесь скачешь, блядь? Черт ты, блядь, поганый, блядь. Янки, обезьянки, блядь. Мерзавцы, блядь. Сердце гашут, блядь. Опа, ничего себе. Сейчас будем варить, блядь. Сваривать предметы, блядь. Лазарь, жди на северо-западном углу через 5 минут. С нами будет Белик. Сзади полно места. Выходим из лифта и сразу идем в сторону двора. Готовь заряд, Белл. Идем, Белл. Пип! Пап-пару-пап. Скепмен. Вот так поинтереснее. Тихо, блядь, там далеко все. Здесь все уже убили, блядь. Да что ты за хуету-то мне дали, блядь? Какую-то дресню, блядь. Психически попёрли они, смотрите. Я тоже так хочу, блядь. С
кстати, у меня игрушка есть, это как заливал я, бля. Обязательно посмотрите. Это. Гострикон, это, призраки, бля. Там в конце вот так же они идут, прям, блядь, валят, блядь. Ну там от третьего лица игра. Там, блядь, это красиво смотрится. Здесь красиво только. Какой-то чурбан. А, блядь, это наш, что ли? Петушок-то. Да, машину, блядь, ты подобрал, блядь, просто один в один, нахуй. Такую машину на помойке, блядь, можно только найти, блядь. Чё такое, я ничего не происходит, блядь. Я стреляю, видите, а им плевать. Опять заставки ждем, что ли, блядь. Ну чё, не заводите в нём машину-то, блядь. Янки, блядь, обезьянки, блядь. Какие вы тупые, блядь, смотри, смотри, ничего себе. Архарович, блядь, как он. Всё, мужик, да, всё, едет, блядь. Волжанка, блядь, летел. 9 рублей, блядь. Что время там, да? 9000? Наконец-то. Я ждал твоего звонка. Они всю Москву поставили на уши. Оно того стоило? Адлер все же добыл... Ничего так, мне зашла игра. Я бросил, конечно, стального как он. Alan Wake, блядь. Возня машина. Похоже, ну, будет на русском, да. Все чересчур расслабились. Ведут себя так, будто знают, с кем... Вроде они сейчас деньги там собирают. Оказалось, что один из тех агентов связан с зеленым светом. Теодор Гастингс. Дать я им ничего не могу, я сам собираю. И ты думаешь, он задействует Гастингса? Именно. Мы уже взяли его под наблюдение. Рано или поздно он выведет нас прямо на Персея. Ну, прикольно вот здесь, да? Сейчас пробивались-то. Тут как-то временами вроде ничего, потом какая-то вообще трясня, блядь, идет. Потом, видите, опять нормально, блядь. Шут там такой. Своеобразный. Ну чё, блядь, умерло-то всё нахрен. Люди-то ждут. Вот появились, оно. Блядь, уроды. Свежий след Теодора Гастингса ведёт сюда. Куба. У нас под боком. Персей обосновался в пустом правительственном здании где-то в кубинской глубинке. И похоже, что привез туда бомбу. Игра, конечно, говнина, но Кастон приятно смотрится. Я имею в виду... 20 баксов игре тому, уже, кто наверное, тоже, его блядь, ко мне. Кого? Снимало. Кастро или Персея? Любого. А это что это, блядь? А Хитман что здесь делает? Я не понимаю. Мы не дадим ему привезти эту бомбу Хитман? В США. А, пора Хатсон, покончить, блядь, с Персеем. Раз и навсегда. Так, убедитесь, что все пойду готово. Пойду пошепчу. Когда начнем, пути назад не будет. А у нее нет татуировки-то? Сука. Вот. Хитман, блядь, ёпта, один в один. Я вот им хочу поиграть, давайте я, блядь. В таких случаях Хадсон зуб даю. Это... Чёрт ещё... Машина для убийства. Ну что? Хочу а, выбрать надо это. Ты на связи, Галмина, блядь. Блядь, чё... Блядь, встал ты в какую-то херню влез, ёпта. Стулья кто-то наставил, блядь. Это ведь не ассасин, перепрыгивать-то их. Опять заставка, блядь. Вы чё, блядь, обалдели, что ли? Откуда это говнище берется, блядь, до сих пор? Я понять не могу. Я больше чем уверен, следующая часть будет опять с такими же заставками. То ли у них там кэширование какое-то, то ли чего. Заставки, блядь, по 5 минут. Похвали игру и все, и на тебе в нос, блядь. Да нахуй надоели вы своей трёпкой глупостями своими. Дайте нам пострелять. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на Фултоне. А если бомбы там нет? Она на там, нет, сюда нет. Кастинг смог понадобиться Персею на Кубе только для того, чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Да все, пошли нахер вас. Последняя черта. Кстати, надо посмотреть финал там, когда, блин. Где Адлер? Придет, мы рано. Он должен... Адлер, блядь, через... в Сочи, ёпта, вот где. Мы на месте. Пицца. Принято. Пробуем окружить. Внимание всем. Какое-то засветление какое-то, блядь, вонючее. Находим Гастингса. Что-то за говнин тут началось. Валим нафиг. Вот. Давай, начинай.
Вот, пару. Блин, раз. Как вовремя! Марш, марш, марш! Марш отсюда. Меняю позицию. Блять, лучами смотрите, что ли, нахуй, да? Блять, в этих лучи, я же говорю, точно, блять, смотрите, отражение. Белл, сделай милость. Ну, значит, чё, кто это такие, блять? Хуй знает, давайте попробуем. А, нет, свои, блять. Свои дома сидят, блять, где-то. Чужие тут шастают. Опять кого-то убиваем, блядь. Куда ты, блядь? Эх ты нихуя себе, сука какой, а? Сучёныш, блядь. Нахуй, я вот так буду. А где они? Я никого не вижу, блядь. Кого стреляете-то, я понять... А, вон. Блядь, как приблизить-то? О, приблизило. Ушел. Ползу я. Бля, вообще лежа не люблю стрелять, а не, блядь, свалить потом не успеешь. Но. Вон, вон стоит, блядь. Дубанек. Давайте, ладно, я поменяю позицию, что ли. Чем-то не видать, где они там. Если бы пусуется, блядь. Да кого я никого не вижу? А, вон они появились, все, блядь. Тыл, опять к чья-то жопа голая, блядь. Как они любят без трусов, блядь. Вот здесь кто-то дрочит, дрочит куда-то, блядь. Я понять не могу. Ящик не разбивается этими. Тех ты, блядь. Ну смотри, смотри, блядь, не дает нахуй мне стрельнуть. Чушок, блядь. Говно, блядь. Успел, блядь, убежать. Блядь, такое оружие говенное, блядь, честно скажу. Какой 80-й, чего вы хотите, блядь? Блять, тут привыкаешь с нормальным оружием, блядь, играть, а потом раз тебе, блядь, в такой игре, блядь, дают какую-то бодягу, блядь, дрищагу, нахуй. Чурбанё, блядь. Блядь, у них он автомат нормально, а я какой-то с хернёй какой-то выдрачиваю, нахуй. Надо пойти взять, что ли, оружие какое-нибудь, блядь. Эх ты, блядь. Женя, надо перезарядиться. Блядь, нихуя себе набежал. Вы видели, сколько эта шобла, блядь, набежала? Так, заводные, блядь. Опять, ёпт, отсюда. Куда ты, блядь, побежал? Меня еще никто не уходил. Что за, блядь, чурки, блядь? Блять, игра без мозгов. Ну, смотри, блядь, не сдох я, блядь. Чурек, блядь. Куда они это, блядь, вся санина стреляет, блядь? Понять не могу, блядь. Куда они нахуй стреляют-то, блядь? Какую-то херню вот стреляет, блядь, бесполезную, блядь. Я туда не, сейчас выходить не буду, нахер она не нужна, блядь. Блядь. Где он этот? Чебурек-то, блядь, в окне был, блядь. А, вон он за деревом, блядь. Блять, не попал. Что это за говно мне дали, блять? Все, с турелями покончено. Вперед, вперед! Боже, я удерживайте концентрацию, блять, концентрацию. Мне прибавить хочется, поближе сделать, блять. Чё я пуляю, блять?
Да идите нахуй сами вперед, я не пойду. Чуханы, блядь. Они пустили дым. Вон, блядь, вот. Видите, какая хитрая тут, блядь, уловка. О, как раз туда бегут, блядь. Не зацепил. Сучара, блядь. Ну чё, блядь? Когда ты стрельнёшь-то, блядь? Сука, своими вонючими перезарядками, блядь. Смотри, блядь. Задрал у меня вот этот мешок с говном, блядь. Такой прицел, блядь, в седалище пусть все засунут, эти разработчики, блядь. Осторожно, снайпер! Пуль не долетел, уже видели, красная, блядь, горит. Смотрю. Куда ты смотришь-то, блядь? Какой-то один поросенок спрятался где-то. Опа! Конец-то, блядь, ёпта, как дресню какую-то мне. Только сунут лично, блядь. Блять, какие-то хачи, ёпта. Замолчи, хачи, блять. Блять, как я быстро все расстрелял, блять. У меня и этих патронов нет, нахуй, никаких, блять. Ну собирай что-нибудь, где у тебя, блять, патроны-то, блять. Акашку бери, блять, какашку, блять. Он что-то поднимает. О, смотрите, какая. Вот эту говнину бы выбросить надо. Ненавижу я такие вещи, блядь. Ладно, оставим пока. О! Они не зря тут дали, блядь. Хорошенькая премия. Наконец-то, блядь, осколочные. Мне тут, блядь, ружье нужно. Нахер мне тут пулялку, дрочилку, дресню, блядь. Тут камера наблюдения. С их помощью мы можем найти бомбу. Да завали ты уже, блядь. Пошли, блядь. С их помощью, блядь. Куда мы, блядь? Вы чё, блядь, накуренные, что ли, ребятки, блядь? Значит, война идёт, блядь. Найти бомбу. Чего, блядь, вонючие. Подозрительно тихо. Будьте тихо. Контакт. Подожди, контакт, блядь. Вот эту нахуй возьми. Нет, лучше оставим, да? Все целы. Белл, ищи мины. Как собак, что ли, буду искать мины-то, блядь? Их ты нихуя себе кого-то лупит, видели, блядь? Вот они, мины-то. Да чё произошло, блядь? Я обезвредил или чего, блядь? Хотел схватить, не успел схватить, блядь, что ли? Блядь, я думал, их разминировать надо, блядь. А оказывается, они... Блядь. Опять подставу, блядь. Кто там? Мауна граната! Граната! Прикрой! Всё, нет гранат. Блять, опять эти... говнину кидают, блять, вот эти. Блять, в жопу, блять, стрельнул. Лягушки вонючие, сука. Один я такой дебил, видать, блядь. Они он не попадает, ничего. Вот этот петушок-то, блядь. Кто-то еще, блядь, влупил мне. Хватит балдеть-то, блядь. Пора и дохнуть.
Блять, вылазь нахуй. Мерзавец. Чё, стрельнула она, нет, блядь, она. Намусорил я тут, блядь, труп. Эх ты, блядь! Ух ты, блядь! Эх ты, блядь! Еле свалил, блядь. Там опять они побежали. Чуть вперед продвинулся я, и все, они... Он, блядь, два человека не могут, блядь, одну мерзость какую-то завалить, блядь. Какая кавертура, блядь? Авертюра, блядь. Иди сюда, кто там орал-то, блядь? Мешок, блядь, с говном, нахуй. Ну, сука, все равно быстрее меня, блядь. Видели, блядь? Построились тут, блядь, ублюдки, нахуй. Поганые, блядь. Ружьё, что ли, блядь? А. Так, чё там поменять-то, блядь? О! Сейчас будет поинтереснее, ребятки. Блядь, где поинтереснее? Куда идти-то, я не пойму. В эту дверь. Блядь, в дверях запутался, чурбан, блядь. На ближние перешли, блядь. Эй, куда вы, блядь? Мешки с говном. Это нам пригодится. Белл, займись камерами. А где они, камеры-то? Белл, камеры! Да иду, блядь, их хорош, блядь. Курица, блядь, задрал у меня, блядь. Ну чего, камеру посмотрел я? Чё надо-то, блядь? Чё смотреть в эти камеры-то, блядь? Как выйти-то отсюда, блядь? А, Мейсон, там еще один за стойкой. Спасибо, Парк. Да ничего. Смотри рад дальше. Помочь. Ну все, че, куда дальше-то? Дальше нельзя, яйца мешают ее. Куда тебе дальше? Здесь должны быть другие камеры. Вот. Стоп, Адлер, мы нашли бомбу и. Твою мать, кто-то убивает ученых! Где? Второй этаж. Комната 27Б. Выход. Второй этаж. Центральная комната. Наверх, быстрее. Встретимся там, Парк. Грубо, но эффективно. Что, Парк, глаз оторвать не можешь? Белл, ставь заряд. Я думал, сейчас ломать замки и будет. Адлер, мы идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Protejan el laboratorio. Marcelo nos va a virar. Solo tres, ¡mátenlos, idiotas! Contacto. Ты что, охуел, что ли, блядь? Я вообще-то ружьё держу. Подонок, блядь. Кусок говнины, блядь. Voy a mover. Чё ты никак перезарядишь? Чё себе, блядь? Нахуй я не буду подбирать их, блядь, плевать их. Я уже столько раз обжигался, блядь. Подбираю, пока подберёшь, да пока кидишь, блядь. И хуя себе, опять ещё один, блядь, архаровец, блядь, чертила, блядь. Вонючка, блядь. Хотел сказать американская, блядь. Оп, нихуя себе, сейчас я тут буду с ним. Лешки обжигать, блядь. Пожалуйста, они по нам стреляют! Нет! Не подходи! А кто стреляет-то по вам, блядь? Я не пойду тогда тоже, блядь. А, вон оттуда, откуда-то. Лучше, блядь. Вон, чёрт, блядь. Вон, видели, блядь? Чё это, винтовка, блядь? 25 тысяч раз надо перезаряжать её, блядь. Говнину эту, блядь. Вижу цель.
Ага. Эх ты, блядь, у вас как тараканов, блядь. Я думал, человека три, блядь, там целый шобла, блядь. Мерзавцы. Эх, блядь, ну, на ловушку, что ли, встал, блядь? На лягушку, блядь, ловушку, блядь. Аккуратура, блядь. Чисто! Выдвигаюсь! А, хуй там. 27Б. Адлер, мы заходим. Блять, подставил я ребят, да? Двери. Будет сделано, парк. Белл, осмотри комнату. Гастингс, говори давай. Персей был здесь. Стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Может, убежал? Он заставил нас вычислить коды подрыва. Чем там все меняет, я не пойму. То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я. Виноват. И я того же Гастингс, мнения. Держись. Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Он подорвет их все. Он сметет пол Европы. И обвинит во всем Штаты. Нам надо найти этого гада Персея. Нам пора, нет? Контакт! Вертушка идет низко! Это наверняка Персей! Все на крышу, быстро! Беги, беги! Адлер, тут целая толпа, они окружают комплекс! Ну давайте, ладно, на этом остановимся. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч!